Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Карлик в свитере. Как обычно. Сейчас я немножко грустный, потому что какая-то долбаная муха сдохла в моем кофе. Вот ведь бляха-муха. Извините за мат, просто более подходящего названия не подберешь, да? Вот и я о том же. Ух, ё. Ой, еще карабин. Упс. Ладно, мне жалко, их тут все равно дофига. Что-то у них карабины в руках? Нет, обычные сабельки. Ну давайте, идите сюда, доны. Че, всего два? Я-то думал, что их будет больше. Оп. Что-то там есть. О, я чё, лампу разбил? Зашибись. Можно ачивку давать. Ура! Желтая карточка! Блин. Я-то думал. Давайте, идите сюда. Так, смс-ка. Анализ чертежей завода показал, что блок разработки оружия соединен с линией производства танков. Так. Угу. Проникни в эту зону любым способом. C-Cops снабдит тебя необходимой информацией по мере твоего продвижения. Конец связи. О, блин, мне что, танки теперь придется крошить? Ё-моё. Опс. Да еще у меня сломалась сабля. Не подходите. Оп. А! Вот это ниндзя хренов. Я его в натуре не увидел. О, что-то там интересное есть. Так, что-то у нас автомат. Пистолет. Пусто. Нужна синяя карточка. Ну где я эту синюю карточку найду, а? Блин, куда мне идти? Куда идти? Там мы уже были. Значит, вниз. Именно вниз. Так, это тупой коридорчик. Упс. Извиняюсь. Ну и где карточка? Блин. Вы что, издеваетесь? Дайте мне синюю карточку. Оф, как я ненавижу эти ключи-карточки. Боже, по-моему, это пережиток прошлого еще с Duke Nukem 3D. Так, ну где мне искать эту синюю карточку? Может, вот так? И вот так? Нет. Может, здесь? Да! Представьте себе, вот здесь. Так, ага, пульт перехода. Доступ.
Ты куда бежишь? Так, ладно, что тут у нас есть? Автомат, это хорошо. Винтовка, она нам сейчас не особо нужна. Ладно, все равно возьмем. На чего тебе надо? Так. Ага, вот он. Да. О, а ты чё, дедуся, вышел? Вообще, если кто не понял, то поясняю. И после этого не считайте меня капитаном очевидности, хорошо? Так вот, этот дедуся, это надсмотрщик. Поэтому их просто нужно мочить. Потому что надсмотрщики, они вообще такие не особо-то и хорошие. Sleep mode. Не то. E-mail. Нам нужна часть 343Е на завтра. Интересно, что бы это могло значить? Для чего я все это сделал, сейчас сами увидите. Оп. Сейчас вот эта фигня поднимет ящик, пусть сделаю на эту платформу, и после этого я смогу открыть дверь. Я же говорил. Ну что ж, как говорится, спускаемся в милые сердцу коридоры. Так, здесь ничего. Пусто, пусто, пусто. А, не. Блин. Блин, да нафиг мне теперь нужен этот пистолет, когда у меня есть автомат? Так, ну куда дальше? Ясно. Ну и что теперь? Ага. На кого-то этот чувак похож. О, и хорошо. Еще лучше. О, вообще зашибись. Сейчас я закончу этот автоматик и перейду на карабин. Блин. Так, беру синюю карточку, ломаю ящичек. Так. Ладно, на этом закончим нашу очередную серию, потому что ее время подошло к концу. Ставьте пальцы вверх, пожалуйста. Я же не уговариваю вас подписываться.
Самое главное, ставьте пальцы вверх, хорошо? Комментируйте, желательно хорошо и красиво. И я буду вам на YouTube выкладывать новые прохождения. Итак, с вами был Карлик в свитере. И я с вами прощаюсь не до конца.